Всем привет! Сегодня у нас первый день школы. Тем более я быстро буду заканчивать, а сестра... Я в 20, а сестра в 2.40. Вот они буквально 20 минут разницы будут заканчивать. Сейчас первый день идем, я больше переживаю, чем они, если честно. О, не могу, я не знаю. Посмотрим. Сейчас вам сниму, как там, что... Ян, готова? Что-то по лицу не видно, что ты готова. Давид, ты готов к школе? Да. Повернись, ну-ка. В сумке нет ни одного канцелярского. Тут идут в школу карандашами, без ручки. Да, пишут только карандашами. Тут школа сама выдает канцелярию. Поэтому у нас только вода и все. Потому что ты старше. Вы готовы, дети? Да. Так точно, капитан. Так точно. А я не готова. Очень волнуюсь. Нет, не готова, чтобы двойки получали. Только пятерки. Я только по математике смогу с легкостью пятерки получать. Молодец. Подходим уже к школе. Вот здесь вход у нас. Диан, волнуешься? Не волнуйся, духов. А? Нет, не надо волноваться. Но, кстати, огромная школа такая, большая. Вот они даже шарики раздают деткам. Полицейские охраняют нас. Все как надо. Все как надо. Так много людей вообще. Я выгодки вам покачала. А так буковки написаны, каждый находит свою буковку. Армен Хачатурян! Армен Хачатурян! Пойдем дальше. Она еще на О. Что, ты настроен? О. Буковки. В школах не бывают церемоний, как, допустим, у нас в России, в Армении на 1 сентября целая церемония проходит. Разные учителя, разные гости бывают, поздравляют с первым днем учебы. Здесь такого нету, здесь все собираются в одну линейку, каждый становится к своей букве. Потом прозвенел звонок, приходит учитель, забирает каждый свой класс в кабинет. Забирает. И вот мы здесь идем с Дианочкой к ней в кабинет. Это класс Дианушки, папа с Давидом. Папа Давида провел в класс, точнее, он даже не прошел туда, их забрали, у них там близко класс. А с Дианочкой я прошла, у нас Давид, в принципе, не так стесняется, а Диана прямо очень стеснялась, поэтому я решила с ней пройтись. Мы пришли вот в кабинет, вот это уже школа изнутри. У них обоих учителя, значит, американцы, но у Давида женщина, у Дианы мужчина. У Давида она американка, но понимает армянский и говорит на армянском. А у Дианы, к сожалению, нет. Провели наших детишек в школу. Идем домой. Придем в 1:15, то ли 21 день закончатся уроки. Приеду за ними тогда уже. Приду за ними. Тогда уже будет понятно, что так, как первые впечатления. Чуть успокоилась. 24 hours later. Ну что, уже 1:00. 1:15, дети выйдут. Мы идем за ними в школу. Узнаем их первые впечатления о школе. Заснимем и покажем вам, какие
Господи, что за машина такая была шумная. Заснимем первые впечатления детей. Это Гелендваген. Это что? Гелендваген. Нет, дочечка, это не Гелендваген. А что за машина? Снимем первые впечатления и поделимся с вами, конечно же. 15. Две Тойота. Еще пару минут, и мы дойдем до школы нашей. Ой, шарики еще вот висят там. Хорошо, конечно, придумали, что вот с главного входа забирают на машине, кто забирает, а с этой стороны забирают те, кто пешком. Мне кажется, это хорошо придумано все-таки. И домики, апартменные, это квартиры. 13-я. Квартиры. Такие здесь. Как раз для каждый большой. Своим паркингом, своей парковкой. Ну что, забрали? Ничего. Деток забрали. Давид? Измученные? Угу. Попозже снимем, значит, это, да? Это ваш вердикт, ваше мнение о школе. Первый день. А? Придем, отдохнете потом? Надо. Расскажем. Ой! А? Жарко, очень жарко. Очень даже жарко. Купим, купим, иди. Давид, потом снимем вердикт. Мнение о школе первый день. Да? Сейчас пойдем. Они чуть отдохнут. А потом уже снимем. Всем привет. Мы первый день школы не успели заснять вам. Мнение детей о школе в первый день. Давайте сейчас заснимем. У нас просто чуть-чуть времени не было, поэтому... Ну что, с кого начнем? Давид, Давид, ты веселее, по-моему, шел в школу. Как тебе в первый день? В первый день сразу же потерялся. Потерялся. Ты как погромче говори. Он потерялся в территории школы, пошел в не в туалет, они пошли, значит, пообедать, да, в буфет. Да. И класс ушел, а он потерялся. Но, слава богу, там с территории никто не выпускает никого совсем. Он спросил учительницу, она провела его в класс. Дальше. Тебе понравилось здесь в школе? Какие дети здесь? Ну, разные. Ну, они какие, спокойные или бешеные? Немного бешеные и спокойные. И так, в общем. И бешеные есть, и спокойные есть. Хорошо. Мы тебя поняли. А учителя как тебе? Нормально. Хорошие? Хорошо общаются с вами? Да. Тебе все понятно во время урока? А-а. Нет? Ну, это все до поры до времени. Все будет понятно скоро. Ну, что, Диана, давай. Но ты, кстати, себе нашел, да, друзей? Четыре друга. А русскоговорящие, да? Армянин русскоговорящие? Не, есть одна подруга, которая говорит на армянском и на английском только. А три друга – это русскоговорящие, которые, про которых ты говорил? Да. Хорошо, мы тебя поняли. Диана, твое мнение о школе, первый день? Первый день, но он сначала такой нормальный. Погромче только. Он такой сначала, ну, как сказать, такой. Первый день, когда идешь, ты можешь себе завести друзей. Но я не могу себе в первый день именно завести друзей. А, она стесняется у нас. Но завелась все-таки. Все-таки завела, да. Двух подружек завела. Познакомилась с двумя подружками, девочками с класса. Ну, а как тебе учителя? Учителя, ну... Учителя американцы, они с ними намного будет легче. Да, и кстати, у Давида и у Дианы у обоих американцы, но у Давида учительница понимает на армянском, а у Дианы нет. Он мужчина, и он не понимает на армянском. Но девочка у них есть, ну, я думаю, учительница тоже молодая девочка. Можно сказать.
Да, она у них в классе, у Дианы в классе, она как переводчик. Те, кто не понимает английский, она им переводит все, то, что говорит учительница. То есть они предоставляют переводчика, помощника детям, которых не понимают на английском. То есть я это думаю вообще круто. В мое время бы так, когда я переехала в Россию, ничего не понимала, и все издевались. Дальше. Дальше. Буфет вам понравился? Вкусное? Да, там наггетсы мне давали. Да, там очень много и, да. Пиццу пепперони, в общем, много чего дают. Даже хлопья дают на завтрак. Пепперони в четверг дают. В четверг дают? Так у нас вчера давали. Ясно. Ты же выбираешь, что есть. Ну, сколько времени длятся уроки? 2 часа. 2 часа. И 30... Без перерыва 2 часа вы делаете уроки. Да. И, кстати, когда говорили, что здесь особо не задают домашние задания, я поспорю с этим, потому что мы сколько вчера делали домашки вообще. Можно очень сказать, много задают часа, даже. Очень часа. Много задают даже, я бы сказала. Кто-то говорил, что не задают, что новенькие не будут. Пока. Нет, они задают еще очень даже много. Хорошо. Мы ничего не покупали из принадлежностей, да? Да. Школьных. Все нам выдавала школа, у них все, у каждого есть в школе. Диане выдали, значит, дневник, книжку, где она учит, и компьютеры, по которым они делают домашнюю работу. Ну, еще есть что добавить вам? Тем более... Если про какую-то тему мы забыли, я забыла спросить у детей, задавайте вы в ниже комментариях, пишите, они вам ответят на ваши вопросы. Хорошо? У ну меня что? Есть один фактор. Самое странное, что уроки идут 2 часа. Погромче. А уроки странное, идут 2 часа идут, дальше? Уроки идут 2 часа. А вот когда мы идем первый раз кушать, ну это, то есть можно считать как завтрак, он длится 30 минут. 30 минут. А обед тоже 30 минут. Но там 2 часа уроки, 30 минут перерыв, типа, да? Да. Ну, успевайте отдохнуть? Да. Ну, хорошо. Ну, ладно, всем попрощайтесь. Пока. Всем пока-пока. Подписывайтесь. Будет очень интересного. Просто сейчас не успеваю чуток с монтажем видео. Но я думаю, я наверстаю. Всем пока-пока. Пока-пока. Wow, I look good, I look nice, feeling right. About to slay, show my face, got some graces out of sight. Gotta love everything, there ain't nothing you can tell me. Got the juice, know the sauce, nah, better yet the jelly. Boy, you better bring yourself over here and get some dap. Hit the soul for the low, got the deal on stick a chap.